Доброго всем времени суток, с вами Тексер и как бы Феникс Пойнт, который стал не Феникс Пойнт. Он превратился в тыкву. Выползло обновление Game of the Year, там на 8 гигов обновы, видите, прекрасные щупальца развиваются над планетой. А добавили графики, добавили всякого забавного, интересного, красивого, это, ну там новые фигурки персонажей. Я так чуть скрины посмотрел, я в игру не заходил, потому что я не могу зайти, у меня все, все сейвы превратились в тыкву. Вот. Но поменяли всякое разное. Вроде как стало красивее, стало интереснее, там миссии добавились, забавные моменты добавились, мелкие, сюжетные, так сказать, лоровские. А вместе с тем, пока дополнение «Вонючие небеса», или как они-то, как они его более благозвучно назвали, ну, сначала назвали «Вонючие небеса», просто тупо перевели. Потом как-то поблагозвучнее, по-моему, назвали. Это где с самолета можно вражеские сшибать, то есть воздушные бои где. Этой DLC-хи пока нет. Есть DLC-ха, там, «Тайны древних», «Кровь титан», а третий пока нет. В общем, получается, что я тогда подожду вот этой третьей DLC-хи с самолетами. Ну, и начну по новой, я надеюсь, там уже не будет этой всей фигни. Polaris, блин, 1.9 вышла. Предыдущая, по-моему, какая была? Некрономикон, по-моему, что-то такое. Вот, и можно будет наконец до конца пройти. Потому что я второй раз уже на этом обламываюсь. Выходит очередной какой-то глобальный патч. И сейвы накрываются. Я первый раз до конца не смог пройти. Сейчас я, получается, опять мимо. Там, ну, немного осталось. Ну, по сериям вы видели, осталось чуть-чуть буквально. То есть можно было бы так заранее это знать, да, можно было бы мотануть просто и все время. То есть не ходить на миссии, а просто мотануть. Но, увы, ах, снова обломали. Поэтому ждем третьей DLC-шки. И начинаем по новой. А на этом все. Такое вот, блин, завершение Феникс Пойнта. Жмите, бежите. До новых встреч.